Улыбчиво во всем настроение. Сегодня хочу вам показать свою новую покупку. И это вот такая очень красивая и очень мягкая пряжа. Из этой пряжи я планирую вязать детский пледик спицами. Но немножко предыстории моей покупки. В Инстаграм мне написала девушка Ксения. Она из такой пряжи вязала для своей дочери зайку и мишку. На фотографиях это выглядит очень красиво и очень уютно, такие игрушки. Я спросила, что у нее за пряжа, она мне ответила и сказала, что из этой пряжи еще вяжут обалденные детские пледики. И вы знаете, мне эта идея так понравилась, я прям загорелась и решила попробовать. Хотя я спицами не вяжу, но когда есть цель, то нет препятствий. Я имею представление, что значит лицевая и изнаночная, и поэтому решила не брать какой-то там сложный узор, а попробовать связать именно комбинацией из этих петелек лицевых и изнаночных. Пряжа Yarnart Dolce, цвет 744, 100% микрополиэстер. Пряжа действительно на ощупь прям как, не знаю, как облачко. На цвет очень нежная, очень мягкая. Мне кажется, должно получиться очень хорошо. Спицы я выбирала. В принципе, я их даже не выбирала. Я пошла в магазин и купила пятерку. До этого в интернете посмотрела мастер-класс девочек, которые вязали такие пледики, какими спицами они вязали, и пошла просто купила спицы номер 5. Хорошие они или не хорошие, я не знаю, но, по-моему, ну, спицы и есть спицы. Здесь ничего такого не должно быть. Все, что у меня получится или не получится, я вам обязательно покажу и процесс, и уже готовый результат. А пока я прям вот сейчас выключу камеру и прям сейчас начну вязать. Так что уже в следующих видео покажу вам, что у меня получилось и как продвигается работа. А девушке Ксении большое спасибо за подсказку и за такое, знаете, за такой толчок вперед. Так что я буду вязать еще и спицами.